Заставонька. Всем привет! Очередное бесполезное видео. В общем, хочу поменять браслет вот на такой. Не знаю, подойдет ли он, не подойдет. В общем, а то черный как-то приелся, хоть какого-то разнообразия. И давайте попробуем. Вот такой вот китайский средней цены. То есть я покупал 3, дешевый, средний и ну, там подороже. Не помню почем. Короче, вот этот был, по-моему, средний. Вот. Вроде он, короче, отличается, конечно. Посмотрим, может быть, вот эту вот штучку. Застежку, да? Замок вот этот. Я поставлю вот от оригинального. Посмотрим, что получится. Ладно, погнали менять. Так, ну что? Сейчас я его вытащу отсюда. Вот так вот это делается. Так, его надо немножко почистить. Вот это вот забивается грязью. Вот. Туда каким-то образом она попадает, забивается. И может быть не до конца садится. Браслет. Так. Угу. Ну, давайте попробуем вставить его. Так. Сорян, давайте сделаю поближе. Вот. Вроде туда вот, да, его надо. Сверху вниз. Так, ну. Вроде сел, но, блин, я его неправильно посадил вроде. Вот так же надо. Вот. Ну, я надеюсь, он отсюда не вылетит. Блин. Пароль просит ввести, когда с руки снимаешь. Понимает и просит ввести пароль. Без пароля, короче, ничего вы не сделаете. Вот, только время посмотреть сможете. Так, ну-ка, как это будет смотреться на руке и как будет застегиваться сам браслет. Довольно-таки, да. Нормально. Ну, тоже ничего, да? Смотрится так. Так, а если мы поменяем вот эту штуку? Вот. А, ну, она, в принципе, такая же. Смысла нету менять. Просто здесь она как-то более утоплена. Сам браслет, то есть вот в эту вот резинку, вот так вот, блин, сейчас она не хочет утапливаться, ну, в общем, как-то так, а здесь она немножко выступает за резину, вот, и поэтому как-то необычно это смотрится, ощущается. Посмотрим, похожу, как он покажет себя, особенно вот эта вот пипка. Вот эта вот. Она, короче, рвется очень часто, поэтому браслеты это расходный материал. А вообще я планирую себе купить
металлический на этом, ну, на защелке такой, как на часах. Он открывается, он закрывается. Не надо никаких вот этих вот кнопок ставить. Так, вот если мы его сейчас защелкнем, то вот эта штука должна сесть внутрь, но она что-то не защелкивается. Или все, или вот так-то она и есть. Да, походу так она и есть. Вот. Так, ну вот, в общем, и все. Вот такое вот бестолковое ни о чем видео, да. Ну, как бы отчет о том, что китайские вот эти браслеты нормально подходят, в общем, довольно-таки плотно держатся и не выпадают, и ничего не торчит, все практически как и на оригинале, кроме вот этой вот защелки, вот этой штучки. Вот как-то так смотрится. Ну все, ссылки, если найду, если они там активны, я оставлю в описании, посмотрите, пройдете на все три, если получится, оставлю. Не знаю, какая сейчас там цена из-за скачков вот этих вот доллара, она меняется постоянно, может какие-то одинаково стоят, может какие дороже стали дешевле, и также наоборот, какие были дешевле, стали дороже. Ну, в общем, сами все посмотрите. Ну, а на этом все. Давайте. Всем пока.